Так, запись вроде как пошла. Ты слишком высокий для этого мира. Может. Педик, мне из-за тебя придется камеру выше делать. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я. Олег! Я на карантине окончательно схожу с ума. Именно поэтому мы с Серегой приняли решение записать видос по самым тупым шуткам. Вообще-то я принял это решение, блядь, еще пару дней назад, но просто кто-то нервозил. Подвинься ко мне ближе, иди нахуй, сука. Ну чё, кто начнет? Выигрывает тот, кто рассмешит своего оппонента больше раз. Давай. Ну, сука, ты первый начинаешь, давай. Только сядь поближе, реально. Куда еще ближе? Люди не так поймут. Наконец-таки, едим дом, получила государственную поддержку. Не смешно, да? Так, моя первая шутка. Поехали. Однорукий устроился в кукольный театр. На полставки. Неудивительно. Сын. Мама. А что сегодня будет на ужин? Мама. Что выкопаешь, то и будем есть. Сын. Мама. Но я не хочу делать. Я съел деда. Только говори громче, когда читаешь шутки, а то микрофон-то далеко, он в камере, сука. Камера, блядь. Альпинисты, они как яйца. Либо крутые, либо всмятку. Смешно. Либо бритые, либо вонючие. Почему китайские дети не верят в Санта-Клауса? Почему? Потому что игрушки делают они. Почему в женской колонии не сажают по двое? Почему? Потому что в камере ножницы запрещены. Моя девушка попросила, чтобы я побрился. Мол, колется. Я побрился. А колоться она не перестала. Должно быть смешно, сука. Ну, в этом что-то есть. Как называется черная анимешница? Я ебу, что ли? Негритянка. Трусы Олега, как холодильник в СССР. Без колбасы. Что общего у 14-летней девочки и эмбриона внутри нее? Ну спрашивай, что? Что? Отец. Неплохо. Жизненно, да? А я тут при чем? Я мальчик. Надежда, в чем разница между бойскаутами и ебаными? В чем? Бойскауты возвращались из лагеря. Я не несу ответственность за то, что выходит вот из этих уст. Почему у мужчины член до пола? Почему? Он безногий. Уёбок. Я тоже думаю, что он уёбок. Какая самая несъедобная часть у овощей? Какая? Инвалидная коляска. Спасибо. Спасибо за почву для размышлений. Почему девушка променяла меня на безногого? Почему? Он грамотно к ней подкатил. Как называется бомбезный салат? Салат алейкум. Ну это хуйня какая-то уже, Серёга. Для чего может дослужиться солдат-долбоёб? До долбоебизма. До дегенерала. Дорогой, приезжай ко мне. Не могу, у меня групповуха с пожилой парой. Моих родителей нет дома. Я знаю. Спасибо, я подмышку почесал. Какой цикл в истории человечества самый кровавый? Какой? Менструальный. Китайские дети утром делают зарядку. А потом ее продают. Блять, а мне Владик позвонил. Неплохо. Алло. У меня шутки закончились.
Алло. Алло. Привет. У нас тут съемки вообще-то. В смысле, какие нахуй съемки? Мы снимаем эти максимально тупые шутки. У меня шутки закончились. Владик, поздоровайся с моими подписчиками. В смысле, их нет. Дорогие зрители, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы есть, чтобы доказать тупому армейцу обратное. Что общего у снега и моей девушки? Что? Оба испарились, когда я на них нассал. Это грустно, Олег. Привет, это Рита. Ну все, всем спасибо за просмотр этого наитупейшего видоса. С вами был я, Олежа и Сережа. Привет. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Да ладно, я не настолько уёбок. Пососите. Олег, вырежи это, пожалуйста. Мне люди неправильно поймут. Знаешь, я пиздец? Вот это мой родитель, конечно. Да.